И так темно, кто мне скажет? А нет, вот. Так, у нас репетиция, тут как бы вот в чем она, вот из чего она состоит. 129? Флойд настраиваем, понимаете? Поплыли. 130 тысяч. И, короче, Степан на все еще не настроил гитару. Мы просто. У нас на репетиция по плану в 7 блядь. Часов была должна начаться. Так. Что, дверь? На дверь 130 тысяч. О, это я. Дверь мне запили. Да это какое-то безобразие. Вот, я рассчитывала на что-нибудь подешевле. Обсуждаем ипотеку, настраиваем гитару, вот. Я это не ипотека, не начал это входная дверь. А чай будет? Там чай будет, еда будет? Будет. Ну, значит, не зря пришли. Короче, я маха. Бутылка кефира, полбатона. Короче, да, вот тут педальки какие-то. Вот. Ой, 4 штуки. Зачем так страдать вообще? Да ты поставь уже, играть будем что-нибудь. Надо же показать всем, как мы играть не умеем. Я не буду показывать, зачем? Ты поставить, как его поставить? Ну, как-нибудь. Вот так, комбайн поставь. Куда? Правда, возможно, будет вибрировать? Будет. А тут как... А как-нибудь так, наверное, да? У меня вообще есть и... Так, если я на комбайн поставлю, мы будем слушать, все будут слышать, типа. Да. Да. У меня есть стойка, у меня есть держатель для телефона, но это разворачивать надо. Зато я фантастически хорошо выгляжу. Вот. Против света-то? Да. Потому что силуэт? Силуэт. Потому что свет не включен. Потому что не включен свет. Можно на подоконник поставить? На подоконник поставить? Куда? Там цветочек. Ой, опять ипотеки! Ипотеки! На твою попку посмотрят пусть все. Чё, что тебе не нравится? Ой, старость, не радость, молодость. Да мы пока не эту песню играем. Кажется, я снова вывернул ногу. А что следующее? Ну, смотри, в середину вот эту вот новую, которую попытаемся как-то выучить все-таки. А что там дальше по списку? Вот мы сейчас поиграли спокойно. У нас нет списка. Я ВКонтакте писал, и Таня написала. Нас... Вот и список. У тебя есть тут ВКонтакте? У меня есть. Открывай. Сейчас уже заговорили, надо играть. Надо, ну, что-нибудь пободрее давай. Не знаю, видишь ты что-нибудь. Ипотеку или нет. Давай. Ипотеку, а там есть списки ипотек? Нет. По-моему, нету. Ну, нету, блин, давайте. Ты хочешь ипотеку? Можно ипотеку? Мне надо ты научиться играть. Что? Ипотеку, давайте поиграем. Может, ее. А, ну и все, и вот 9 песен. И больше времени надо. Там кто-то что-то не повторял. Кстати, еще сегодня я сейчас буду ложиться. А я на ней на гитаре не играю. Отличный выбор. Кто там пишет? Чувак. Привет, пишет. Пишут. На трансляцию? Ну, пишут и пишут. Сейчас мы вот сюда выведем, и тут нифига не будет видно. А ты чего выключил усилитель? Так я не, на этой песне не играю ничего. Надо было усиливать. Вы вдвоем? Я и не помню. Я этот год не играл. Я вот так вот там делаю. Оп-оп-оп-оп-оп. А вот этот. У меня этот. Дин-дин-дин-дин. Что? Что вы там пишете? Вы это смотрите, что ли? Давай, а... День-день-день. Ну, здравствуй, привет. Блин, не помню слов. Динь-динь-динь-динь, я не ревную тебя. Динь-динь-динь, я ж по идее... А, обиды но нет. У меня он не будет, это... Это я пока не слушала. Ты что, хочешь трансляцию перезапустить со своего смысла? Нет, я думаю, что тебе в комментарии тебе читать. Ну ладно. Да я прочитаю, там у нас смотрит Джамиля. И пишет комментарий. Спасибо, здравствуй. А больше никто не смотрит. Видишь, просмотры мои. Ну, попробуем. Ладно, привет. Может свет включить? Включи. Да зачем? Вот. Отсюда вполне хорошо. Против света, типа, и будет против света все, да? Еее. Ну так. Засветка. Все. Ну что, кто меня зашибет, гитара или синтезатор? Что? А, Джамиля пишет, но не смотрит, все ясно. Я проиграл в казино. Слышу оттуда трусак. Я подозревал давно, что в играх мне не везет. Девушка моя ушла, и некого больше любить. Но знаю я, что поможет.
мне дальше счастливо жить. А возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Беспокоиться не надо, будет больше ни о чем. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Пойду я в один добрый банк, и так много добрых людей. Там они меня радостно встретят и дадут мне много рублей. И начнется не жизнь, а вино, а такое мечтал давно. И куплю я себе казино, и оставлю всех без штабов. А возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Беспокоиться не надо и больше ни о чем. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет, ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Come on, everybody! Кому такая идея? Квартиру я себе накуплю, я одну, а сто или двести. Короче, опять полюблю и все подарю пришенебельной двести. А лучших друзей банкиров на свадьбу свою приглашу, как главных своих кумиров. И новый кредит попрошу, а возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Беспокоиться не надо, будет больше ни о чем. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. А возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Дискотека, ипотеку, дискотека, вот и все. Вы слышите гитару? А гитара ли? А я слышу. А я слышу, а вы нет. Нам поможет, ипотека нас спасет. Таня пока играла в вьетнамские флешбеки на флешбеке. Сыграй свою партию на припеве. Просто. Ипотечно? Да. Будем настраивать. А, ты не играешь эту партию, да? А, ты Степан ее играешь. Кого? Да? Тундан, 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 танцы. Нет. Ну, октавами. Никто ее не играет? Нет. Сейчас? Там просто еще вариант был. Играть. Так, сейчас. Я не умею играть с твоей рукой. Это ля вообще? Менеджер Карл Маркс. Капитал. С окна круто светило. А, написали, не надо свет было включать. С окна круто светило. И светило — это существительное, это про меня. Вот. Что-то, короче, у меня не работает. Но сейчас-то звук есть. Но тише. Я не пойму, в каком именно месте он пропадает, ладно. Я тоже не пойму, почему у меня пропадает. Что поделать? Почему в Барнауле такие дорогие двери? А ты дверь себе из Барнаула сказала? Ну как бы, блин. Ну пока довезу. Я думала, что из Москвы дороже будет. Ну типа какие-нибудь такие. А тут типа фирма вроде хорошая. Ну вот, вот и дороже. Вот и дороже. Глобализация, все. Но 130 тысяч, блин, ну охренеть. За дверь.
За дверь. Хорошая дверь, наверное. Ну да, но я рассчитывала на 30. У нас тут пупырышки, я вижу. Ну там 50, там, не знаю, максимум. С окна хорошо светило. Ой, здравствуйте, Ксения. Тань, а? У меня новая гитара дороже стоит. Сколько у тебя стоит новая гитара? Скажи нашим зрителям. 2300. 2300 стоит его гитара. Но еще даже не начали делать. 2300 чего, подожди? Долларов. 2300 долларов. Не в йенах. Ты меня заставляешь умножать, слушай, на какие-то страшные... Почти 200 тысяч почти рублей. Нормально. Ну блин, гитара это хотя бы то, чем ты пользоваться будешь. А ты дверью не будешь пользоваться, да? А дверью нет. Откроешь их, хрените как. Таня просто у нас в последнее время перешла по работе, по всем своим работам. Сколько у тебя их, 5 сейчас? 4. Чё-то мало, 5 же, да? 4. Перешла на удаленную работу, так что дверью она пользоваться действительно не будет. Вот, если что. Ну, во-первых, так, во-вторых, это дверь в другой квартире. А! А в-третьих, блин, у меня зарплата все еще меньше, как бы. Какого хрена? У меня 4 работы, а зарплата все еще меньше. Чем дверь. Чем дверь. Переходи к нам. Будешь понять и получать больше. Я не хочу ездить на другой конец города. У нас не только у меня не будет оставаться времени на остальные мои работы, понимаешь? А я томат. А, это... Молодец. Вот. Ну, по-моему, более-менее мы помним, да. Так, сейчас следующий. Я припев не помню, ну ладно. Следующий чего? Маньяк, но это сложно. Ипотеки. Маньяк, давай на сладенькое, на конец. Маньяк в конце. Окей. Принцесса ночных дорог. Давай тоже ближе к концу, это сладенькое. Студент. Ну, что-нибудь... А студент есть? Подожди. Списки нет. Списки нет, все, хватит. Давай. Остановись. Психотерапевтическое. Есть списки. А тоже что, в конец, да? Она тоже хит-хит. А что, мы все остальное сыграли, что ли? Нет, вот оно вот, у меня дальше по списку. Выделю. Монетки есть. Это очень простая песня, а я тоже не сыграю. А монеты в списке есть? Нет. Нет. Флейты нет. Давай-ка еще раз. Флейты ты не сыграешь. Хотя ты можешь их сыграть на гитаре. Советы я вообще не помню. Гильдию Маляров, ну не знаю. А ее в списке нет. Итак, еще раз слово. Хит есть, но я его называю. Ржавый мангал! Хотя он тоже крут. Ладно, давайте ржавый мангал. Мы его просто хуже знаем. Перелистывай в конце блокнотика. Где какая-то вори моя, которую я ни разу не слышала. Там хоть петь не надо. Вот, ржавый мангал нашла, 164. Я его тоже так себя помню. Хоть я его играл сегодня, я что-то не помню. Ну ладно. Это... Так, на метальном звуке, да? Это вправо. Всё. Контур это вправо. Так, как там это было по-простому, так можно было делать так. Тут еще один вопрос. Все-таки соль мажор или минор? Мажор же. Так, а как я играю? Погоди. На самом деле, на какой-то из песен, по-моему, вот на самом деле, на записи пары песен есть места, где на гитаре играет Степан и я играю... Например, мажора, Степан минор. Ага. Вот на... И нормально. Вот ты соль играешь минор или минор или мажор? Какую соль? Соль или соль диез? Там нет соль диез, там ля бемоль. Там ля бемоль. Я знаю. Мне тролли однажды на форуме Кипелова написали в 2009 году, в 8-м. Ну вот вы считаете себя музыкантом, у вас там это... ля диез в списке аккордов. Вы не музыкант, вы... Как там показывают? Зависит от тональности. Так, где... Если F... быть правильным. F... F... Что, соль F... минор, это, смотри, это ноты соль. F, обращенная F, это вот так. Обращенная в веру истинную, нашу правильную. Макаронную. Так вот, да. Все, нашла. Так какой там соль играешь? Сначала минор, потом мажор. Все правильно. Все правильно. То есть, короче, они там минор играют, а я мажор все время играю. Отлично, вот мы и выяснили уже. Вот. Но хоть сейчас. Ну какой мне сказали, такой я играю. Как правильно. Че, наверное, ты сказал. Что я-то сразу играю? А почему я мажор играю сам? Потому что ты мажор. Молодец. Ты мажор, играешь мажор.
Я очки не взял. Ладно. У тебя на гитаре есть. Недостаточно, мажор. Да. Какие тебе очки надо? Вы слышите колокольный звон в начале? Атака. Каждого аккорда. Это называется атака. Вот. Слышите ли вы колокольчики в начале каждого звука? Вот есть звук, из двух частей состоит. Начало, и оно бывает вот такое, как колокольчики. И потом продолжение. Вот это начало называется атакой. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много важного о музыке. Да. Вот. Заодно я узнаю. Ай. Короче. Назад у Линки прячется маньяк. Назад у Линки. Ладно. Ой, запускай. Кстати, надо дописать песню. Куча песен надо дописать. Да. А я ленюсь. И про мужика вонючего тоже надо. Но я стесняюсь уже такой песни. Так, а как это называется? Ржавый мангал или мангал? Ржавый мангал. Я не знаю, кто это. Ой, ой. Отлично. То ли в Окское море, то ли в Скобе, не дает то ли покоя, то ли покоя, то ли покоя. А пока славу покою, там возле моря, грудой ты одинокою, жаждешь покоя. Ржавый мангал в прошлом году жил он в далем огне. Ржавый мангал помнит еще величие было огня. Живе эти люди только болтают. А кого настоящая, не представляю. И пока еще в силах, и дали бы угле запаса. И всех превратил их в печеное мясо. Ржавый мангал в прошлом году и был алтарем огня. Ржавый металл помнит еще величие было огня. Вот мне удобно петь гномом. Привет, привет! Люди жестоки, а мангал одинокий так устал. Слышать снова про нагал, не суровые опять. Раз за разом понимать, что ему не воспылать. Суждено ему лежать, год за годом умирать. Жаветь, страдать, жаветь. Страдать, жалеть, страдать, жалеть, страдать, жалеть, страдать, жалеть, страдать, жалеть, страдать, жалеть. Жалый мангал в прошлом году был алтарем огня. Жалый мангал помнит еще величие было огня. Поняла, кто играть? Вот. Поняла, как пальцы переставлять. Просто поясню, эта песня. Я, когда я писал, я вспомнил, что я давно не писал песни на 4 аккорда. Их там 4.
За всю песню. За всю, вся в песне на четырех. Вот Степан страдал, когда все это придумал, как это все записывать, чтобы припев и куплет все-таки отличались. Вот. Вот. А еще, если что, Степан не играл. Вот с января 2020 года, собственно. И я, по-моему, нет, я, по-моему, все-таки поиграл. Так что мы пытаемся что-то вспомнить. И как-то это получается, что звучит лучше, чем я предполагал, я не знаю. Поэтому, может быть, 20 числа мая действительно что-то случится. Искусство не пропьешь. А на навыки можно. Так. И голос тоже. Я сегодня вообще ручки красила, вместо этого покрасила ногти. Они у меня все еще немножко черные под ногтями. Какие ручки? Дверные. Тут Степа нет теперь дверных ручек, а у меня есть. Только теперь они черные, они серебристые. Короче, тема двери не отпустит нас вертелись, я понял. Дверей. Надо же писать песню. 130 тысяч, ты понимаешь, что это много? Смотря чего, смотря где. Прям здесь. Так, вот, давайте, люди, напишите в комментариях, 130 тысяч за дверь рублей. Это много или это нет? Это охренеть, как много. Выразить свое мнение, пожалуйста. Пока еще хоть немножко могу говорить. Что дальше, давайте, погоняем. Что это? Ты меня не понимаешь, списки, она есть? Нет. Списки нет. Ну, кстати. Почему в списке нет? А может, действительно? Я вообще не помню. А что там? Тоже. Соло. Там 4 аккорда. А. Нет, мое соло. Среднее. А может, ты начнешь играть и вспомнишь? Может, так сработает? Можно. Контент. А потом все покажут, как мы плохо... Да. Да, нормально. А у Тани там весело, кстати. А я же ничего не играю. Да. Отличная песня, я там ничего не играю. Тональности. Ля минор. Окей. Это же сибирский панк-рок. Ничего. Это, хотя я Летов же писал в си миноре песню. Зачем? Зачем он так делал? Ре минор писал. Хотя ре минор нормально, си минор, да. А, ну да, оно ж как это, как Кирикизама. Да, и как этот Mortal Kombat тоже похож на Иисуса. Я поняла, как там перестраивать надо было. Самое сложное это будет 3-3-2. Нет. Да. Раз. Все, поняла. Ничего не понятно, но я вспомнила. А, этот ритм клави. Вот, короче, если там. Ну, кстати, на самом деле мы могли бы нормально транслировать это все дело, но не будем. Да. У Степана есть просто все оборудование, мы могли себе поставить 3 микрофона. Вот. Но это можно в другой раз. У меня микрофон. Если он будет в другой раз. Микрофонов больше вообще. Я купил тоже больше микрофонов. У меня есть радиопетличка еще. Ауф. Волчи говорят, ауф. Че, начнем? Я не понимаешь. Давайте. Что там пишут там? Опять явился, как тебя я ненавижу. Ты 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 с утра напился, я же вижу, точно вижу. Ты с утра напился, я же вижу, точно вижу. Ты с утра напился, я же вижу, вижу. Ты с утра напился, я же вижу, вижу. Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь, не понимаешь, ты? Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь или нет, в конце концов? Ты меня не понимаешь. Задолбал. Ты меня не понимаешь. Ты меня не понимаешь. Понимаешь, ты? Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь или нет, в конце концов? Ты меня не понимаешь. Как мне надоело говорить тебе один ответ.
библиотека, понял или нет? Это библиотека, понял или нет? Это библиотека, понял или нет? Пива, сигарет здесь нет. Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь, ИВВш, ты? Ты меня не понимаешь. Понимаешь, нет, в конце концов, ты меня не понимаешь. Задолбал. Ты меня не понимаешь, ну вообще. Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь, ИВВш, ты? Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь, нет, в конце концов, ты меня не понимаешь. И снова сыграй уже. О, вот да, не помню. Правильно. Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь или понимаешь? Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь или нет, в конце концов? Ты меня не понимаешь. Задолбал. Ты меня не... Это соло идет еще. Вот. А, ты меня не понимаешь. Я не понимаю, я не понял. А кто там соло еще, кстати? Там проигрыш стандартный. А потом соло. А, там соло. Я его пропустил. Ты меня не понимаешь, или я. Ну и так далее. Я только в конце вспомнила, что за штуки у меня здесь написаны. Какие штуки? Я не знаю, по 4. Что? Так, сейчас надо найти, где эти 4. Е, Б, Д, С. Ну, короче, не совсем. У тебя ближе к концу этот клавиш съезжал, а ты вот про эти забыла, да? Да. Я про них пыталась вспомнить просто. Да, точно, были такие штуки. Короче, это что-то вроде интернета. Не, я просто забыла, тот-то и играл нормально, в принципе. Давайте вспоминать, что там. Так, там... Сейчас. Что написано? И ты помнишь точно, что именно вот это? Ну вот у меня написано. Ну играй это, наверное, на слух. Понимаешь, в моих записях могу набраться только я. Ну, это обычное явление. А я выпендриваться не стал, все ясно. И там квинты. Это почти гитара Степана. Вот нам сказали, что 130 тысяч за дверь, такая почти гитара Степана пишет. Нам спасибо, я не знал. Вот, спасибо, что написали. И от Игорь Конст еще какое-то сообщение. А как тут посмотреть чисто сообщение? Тут можно куда-нибудь нажать? Ну вот у меня в Телеграм они приходят, кстати. Последний я не вижу. Еще стоп-кадрик. Еще стоп-кадрик? Ну... Пришли потом, посмотрим, что там за стоп-кадры у человека. Попробуем еще раз с этим. Давай попробуем. Ты на клавишах, что ли? Что? Что на клавишах? Да, и это еще играется на звуке фортепиано. Давай. Я буду играть гитаркой, чтобы ты тоже ориентировалась. Кстати, Роза, ты такую срань видел, да? Что это такое? Это мышь. А, вертикальная мышь. Да. Вертикальная мышь? У меня вертикальная мышь. Она выглядит не как мышь. Это вертикальная мышь. Объявляется она так. Она с подсветкой. Да, она с подсветкой. Вертикальная мышь. Вертикальная мышь. Впервые. Впервые вертикальная мышь. Где она? Ничего, вот. Во.
Мышь, вертикальная мышь, рука на вертикальной мыши. Ага. Вот здесь кнопки вот там. Оба. Оба, оба. У меня рука меньше болит, с ней реально. Мышь, от которой меньше болит рука. Но... научно-технический прогресс стоил этого, скажу вам. В принципе, я могу и в стрелялки играть. Ради этого стоило вылезать на... анатомические формы? Вылезать... Ну просто когда ты мышь держишь, у тебя рука вот так вот лежит, и вот здесь пережата получается. Как там Роза знает этот синдром, как он называется? Тоннельный синдром! Да, а тут... Тоннель... Когда у вас болит рука от того, что вы... Что вы там... Глаза вот, вперед! Вот когда вы, короче, вот это вот... Мышкой постоянно, у вас рука заболела от того, что вы мышкой вот так вот держите, напрягаете руку. Это тоннельный синдром. Трудно быть левшой, пишет. Трудно быть левшой. А есть левосторонние мыши тоже, да. Левосторонние мыши есть. А что, там нельзя переназначить, что ли? Вертикальные, в смысле. Вертикальные? Да. Она ж только... Только не стоит, как моя дверь! Не, 1500. В этой фирме все 1500. Ну почти. Все по полторы. Интересно. Это же фикс прайс. Так, давайте еще раз. Давайте. Ну ладно. Да, да, вернись, я же вижу, точно вижу. Ты с утра напился, я же вижу, точно вижу. По четыре я помню, а вот сколько их надо, четверочек? Да-да-да-да-да-да-да-да. Батонос. Это я поняла. Типа раз. Два раза. Каждый да. раз два раза. Да. Пин-пин-пи-пи-пи-пин. Чуть-чуть гирлянду развесим. Yeah. Все, по-моему, уже свет надо включать. А!
Б. Очень ярко. Очень-очень. Не, можно софтбок включить, там у меня эти умные лампочки, они всякими цветами светят. А где, куда воткнуть? Там провод питания есть. Полет шмеля в библиотеке, говорят. Только сейчас понял, что картинка трансляции флипнута по горизонтали. Что? Это не нам? Это у них ремонт. Каждые выходные ремонт. Я записать ничего не могу из-за них. Ну, у меня тоже каждый вечер, каждые выходные, пусти там меня. Вот это все держи. Так, дотянется. Куда же? Зарядку, да, зарядку выключи оттуда. О! О, чёрненько. Я сейчас буду настраивать. Надо вырубай основной свет. Да, основной свет вырубай. Сейчас я дискотеку устрою. То есть трансляция, которая происходит на смартфон, при том, что у нас есть микшер, то есть, значит, звук мы не паримся, картинка вертикальная, а софтбокс поставили. Хочешь горизонтально поставить, но я думаю, что на этот не надо будет смотреть. Зачем горизонтально? Оу. Сейчас азбука Морзе будет. Короче, называется что режим день рождения, окей. Что называется? А, режим поток. День рождения, воскресенье у тебя. Е-е-е. Ты погасил свечи, загадал ваше желание. Так, поставлю по яркости. Он пришел на свидание в этот вечер. Надо какой-нибудь клип также записать. Даешь маньяка, говорят. Рано еще для маньяка, нет? Да можно и сыграть, на самом деле, раз она просит. Но у нас он еще было Раша не освоено. А мы ее, наверное, не будем играть. О, звук вот он, где? Постбок же есть. Не-не-не. Наша мала написана, но это последняя. Не-не-не. Песня, давайте дальше уже это. По списку. По списку. Давайте маньяка сыграем. Да. И все уйдут. Все, никто не будет нам больше мешать. И мы будем в трансляции, которую смотрит другой человек. Как мы изначально задумывали, да? Сложно. Серьезно, сколько у нас человек смотрит? Семь человек смотрит. Поразительно. Семь? Все семь. Все семь фанатов. Да. Откуда у нас столько фанатов? Маньяк нашелся. Я нашел маньяка. Лови его. А, ты будешь играть? Нет, не буду. Я заранее настрою, чтобы там... Китайский с Алиэкспресс, живучий. Так, чуть-чуть тут потише все равно звук. Вот про маньяка на самом деле, мне тут сказали как-то, что, короче, когда я маньяк играю, там в конце я выпрыгиваю там и стучу по гитаре, и там это очень прям вообще с ума схожу, и люди думают, что это соло, которое шикарное звучит, это я его играю. Так вот, на самом деле соло играет Степан, который спокойно стоит на заднем плане, а от моей гитары, когда я по ней стучу, на самом деле звучит только... Давай я еще раз покажу. Давайте еще раз раскрою секрет. Вот. Собственно, звук, стук по гитаре звучит. То есть это вот как там. Вот, все. Ну и вот. Ну, собственно, ничего больше оттуда я и не извлекаю. Не, у меня красный должен быть. Что? Красный? А, ты просто смену поставил? Да, просто смена четырех цветов. Да пусть себе хреначит, что? Кислород... А что? Что? Кислорода не видно. Единственное, что немножко меня закрывает моим красоту моего торса. Ладно. Да там места нет. Ладно. Ты готова? Ну, вроде. Ну давайте проверим. Чего я за сразу? Я жду уже давно, на улице темно,
холодным зимним вечером, как будто делать нечего, но я уже привык, ведь должен ждать мужик. Стою и жду тебя довольно долго я. Я сексуальный маньяк. Я сексуальный маньяк. А, я же придумал цензурную версию. Очень. Цензурная версия сейчас будет, да. Я социальный. Идешь ты наконец, закончился фильмец. И вот и зимним вечером смотрела, сделать нечего, но только не одна. Темно ведь и зима, твой парень ничего, пожалуй, и его. И я бисоциальный маньяк. Бисоциальный маньяк. Как я раньше не догадался. Два раза больше. Ты в два раза лучше. И это шоу «Сдохни и умри». Вот. Бисоциальный. А, вот он играет в песню. Душевно. Там просто аккорды, Тань. Куплет. Куплет просто играешь? Нет. Да? А, ну да. Так вот. И вот вы у меня, мы как одна семья. Холодным зимним вечером мне с вами делать есть чего. Но жалко стало вас, ведь я же не такой. И вас я развяжу, а после вам скажу, я асоциальный маньяк. Именно это чувство. Мои чувства похожи на те, которые испытывает Дмитрий Славинский от того, что ипотеку уже сыграли. Асоциальный маньяк. А кто только подключился? Ходят слухи, что 21 мая нас можно будет увидеть и услышать живьем. Нет, не 21-го. Где-то, короче, 20 числа мая. Асоциальный маньяк. Асоциальный маньяк. Асоциальный. Картонная гитара есть, на самом деле. Но я достать надо. Я на без грифа. Я давай. Без грифа вырезал. Я гитару убираю, да? Ладно, придется поиграть еще. Придется. А, ну хит мы что-то не играли? Хит не играли. Еще концерты придумали. Давайте сначала, прежде всего, то, что мы будем
Возможно, это если будем исполнять. А потом уже все остальное. Что говорят? Что-то говорят. Присоединился к трансляции кто-то. Ну, люди присоединяются, да, приходите где-нибудь, может быть, мы выступим. Черт, черт. Еще интернет и ипотеку, но интернет слишком быстрый, а ипотеку, а мы ипотеку сыграли. Можешь сыграть. Да. Отлично слышно, а я здесь себя не слышу. Я себе прибавил. Убавить себя? Не, я потому что комбик-то туда направлен, а я здесь стою. А. Все нормально. Вечная проблема гитаристов. Да. Че? Это моя гитара, если что. Ее не слышно, когда мы играем, но она есть, да. Вот. Я не знаю зачем, но я играю на гитаре. Так вот, ну что? Поехали? Степа тебе свою не даст. Что тут пишут? Стоп-кадр на тему, что там говорят. Не знаю, что там говорят. Она за пылинки ночной мчалась на байке на Красный проспект. Принцессы прекрасной, совсем молодой, ей было всего лишь 75 лет. А я был с гитарой пел, надеялся денег много добыть. Как вдруг ее байк присвистел, и вот она просит ей дать закурить. Бабуля, красотуля, мчит по-красному, орёт по-чёрному. Бабуля, красотуля, ты брутальная и прикольная. Бабуля, красотуля, три кольца в губе и хлеб на руке. Бабуля, красотуля, ты опять сильнее на стальном коне. Как классно пишут. Я не знаю, о чем он там слышно. Я вообще не представляю, что там классно. Не видел ты сам наш сажок? Нет. Я ищу острых ощущений. Ха! Я хочу подлечь на рожок. Да ладно. Я ищу ты. Бабуля, скажи мне зачем? А вот. Тебе нарываться на драки ночные. И так в мире много проблем. Пойдем лучше выпьем, ведь рядом пивные. Бабуля, красотуля, щит по-красному, а бьет по-черному. Бабуля, красотуля, ты брутальная и прикольная. Бабуля, красотуля, три кольца в губе и белок на руке. Бабуля, красотуля, ты опять сильней на стальном коне. Да! Металл! Ой. Это была тональная импровизация. Это соло твой, Степан. Сам придумал. Бухали с бабулей всю ночь, кутили же. В итоге я в хлам, а она молодцом. И снова подраться не прочь. С каким-нибудь глупым, ты наглым ёпцом.
бабуля кайфовая жесть. Я с ней становлюсь здоровее и проще. Бабуля, а внучка есть? Есть! Пожалуйста, милая, стань протёщей. Протёщей. Бабуля, красотуля, щит по-красному, а бьёт по-чёрному. Бабуля, красотуля, ты брутальная и прикольная. Бабуля, красотуля, кликается в губе и пелок на буке. Бабуля, красотуля, ты опять в седле на стальном коне. И шо такое натворили? Сорванцы, сорванцы, сорванцы такие, о! Пытался я бабушку изобразить. Что там пишут опять? Да понаписали всякого. Вот. Вообще, да, приходите, если мы будем выступать. Помните, кто бывал там в 2015 году, все уже не так. Мы, короче... Что? Если открыть пост в группе с трансляцией, то эти сообщения будут видны в виде комментариев с картинкой. А, там всякие стоп-кадры. Вот. Короче, да, если... Я могу это... ВКонтакте... Короче, у меня уже в сумку спортивную не вмещаются все штуки, которые я с собой беру. Там у всех уже всякая одежда, короче, мы это... Мы не вмещаемся в спортивную сумку. Да. Нет, я про то, что если будет выступление живое, все-таки, то это будет вау. Это мы это прям постараемся, как всегда. Единственное, как всегда, могут не разрешить некоторые вещи сделать. Там это, организатор или там площадка. Но а, это... Вот таким образом, понятно. Вот. Каким образом? Что там, что там натворили? Ой. Так, ща. Там чья-то попка есть? Попка. Твоя. У нас есть... Ай. Роза есть. Так, так, что там еще? Ну, это не так интересно, да. Первые две. Да, она флипнута, картинка. Слева направо. В смысле? А, да? Да. Так надо. Так надо. Окей. Нет, я, наверное, можно что-то сделать с этим? А это в настройке камеры делается. Но зачем? Все же работает, не трогай. Да. Нет, это просто искусство, понимаете, мы сейчас, у нас вот перформанс. И флип картинки это часть его. В этом есть глубокий смысл. Когда выйдет манифест, это на 200 страницах, вы все поймете, когда выйдет, да. Все, все, все понятно, да. Что? Что, Даня вспомнил? Аккорд! Что? Даня вспомнила аккорд. Таня вспомнила аккорд! О! Да. У вас перформанс, а у меня фотосессия. Ну ладно. Пишут люди. У кого? Кто это пишет? Конст. Кто? Конст какой-то. А, загадочный верконст, у которого... Хотя почему загадочный? Ладно. А. Слушай, даже не гитара бьет, не настраивает. Я не перенастраиваю для такого дела. Это ты меня научил, кстати. Там, короче, это сейчас. Значит, я переключаю на сингл. Он фотографирует стоп-кадры. На самые эти синглы, короче, вот эти тут сюда. Значит, громкость на 9. Вот этот шумы. А, он же у тебя. И там, короче, это. И драйв поменьше драйв. По-моему, вообще убираем. Еще меньше. Повязку дать. Какую повязку? Бригадира. А. Ну, на концерт можно. Бог на рай. Да, никто не поймет же. И, ну вот, ради этого, чтобы никто не понял. А, давай. Давай повязку. Не, ну на концерт. Там надо, все, надо все фигурки убирать, она у меня там. А у меня есть халат прям нормальный такой. Медицинский, а не да, как в прошлый раз. А, так. Так, надо теперь потише сделать. Что я себе там нужно? Как будто я не знаю, кто я там. Презенса чуть побольше там добавить, по-моему, да? Ладно, давайте, что ли.
Приходите на выступление, на наше выступление, если оно будет, да, приходите. Выступление на наше. Нанары? Да, я уже все. Группа Нана, да, была. Группа. Бибирупа. Ой, так, там сначала ты только поешь, я помню, да. Да? Да. Там, по идее, вообще тебя надо делать солюшки, ну ладно. Теряешь веру, что понравишься ты людям, что исчезнут все барьеры, и тебя не полюбят. Слушай, слушай, запоминай. Твоя полюбя, и тебя не беспокойся. Твоя полюбя, и тебя не беспокойся. И не грусти. Возьма полюбят и тебя, ты успокойся. Возьма полюбят и тебя, ты приготовься и не упусти. За спиной твоей смеются, пока вырываются пальцы. Дураки неандертальцы. Хочешь тоже встретить счастье, что любовь, не стесняясь, чтобы в горе и ненастье согреваться обнимаясь. Слушай, слушай и запоминай. Возьма, полюбя, и тебя не беспокойся. Возьма, полюбя, и тебя не беспокойся. И не грусти. Возьма, полюбя, и тебя не успокойся. Твой зла полюбят и тебя, ты приготовься и не упусти. Твой зла полюбят и тебя не беспокойся. Твой зла полюбят и тебя не беспокойся. И не грусти. Твой зла полюбят и тебя, ты успокойся. Твой зла полюбят и тебя, ты приготовься и не упусти. И чарующий твой голос я больше не могу выносить. Ну, отлично. Я, правда, не всегда тебя гордо играл, но кого это волнует? Звук-то шикарно идет, наверное. Снова. Я ожидал, что будет психотерапевтическое. Спасибо. Ожидал или не ожидал? Не ожидал. Не ожидал. Так это же один из наших хитов, который мы никак не запишем. Людям нравится. В смысле не запишем? У нас есть она в альбоме. Да, психотерапевтическая. Да, между прочим. А, это я путаю с той, которая сейчас будет, да. Извините. Которую прослушали 10 тысяч китайцев за один там день. Да? Так, а я здесь хочу вибрацию устроить. Короче, вот просто значит... клип надо будет сделать. Мне кажется, можно клево сделать на GoPro даже. Должно быть прикольно. Я придумала сюжет. Таня подумала сюжет. Ну, напиши. Ты знаешь, как у нас все делается? Долго и упорно. Нет, а потом долго и упорно думаем, а потом собираемся и за несколько часов что-нибудь снимаем, потом уже... А потом я прихожу к Степану домой, сижу и так вот и говорю, короче сцену обрезай, в два раза короче, в три давай. Короче, где-то через месяц будет время, наверное. Летом. Научиться делать этот прием.
самый удар встречаешь. Почему? Потому что там нет косяка? Но да. Нет. И на выступлении тоже так сделаю. Да. Как это называется? Как наша песня называется? Слово? Слово «Любовь». Да. У подхода называем «Надежда». Влюбилась в Валю, но он ее отверг. И она назло ему влюбилась в Салю в прошлый четверг. И Валя плачет, он теперь на многое готов. А ты, Вера? Весь понял он, что значит слово «любовь». Солдат любви. Ваня Вере посвящает стихи, в любви признается с гитарой давно. Но Вера на все отвечает и делает вид, будто ей все равно. И Ваня плачет, многое готов. Это все ты виновата. Ведь понял он, что значит слово «любовь». Мороженого с дуля хотел он умереть. Отделался ангиной, а Вера все узнала. И давай реветь. И Вера плачет без былых обидок и понтов. Ведь поняла, что значит слово «любовь». Любовь — это рок, боль, рок, злой, жестокий, беспощадный рок. Ну вот, всё. В конце мне ещё гитарки не хватает, но я не буду сюда. Ёбра. Смайлики, да. Лайчики. Что там слово? Вау. Мне в конце сражал, ну, не суть, вроде здесь все сыграли. Значит, все, которые у нас. А мы не сыграли этот. Трамвай. Во. Там Таня вообще-то просто. Старый трамвай в прошлом году. Он был трамваем огня. Старый металл, помнит еще. Но здесь переключишь. Так я могу там болтать полчаса. Может, тебя выдвинут. Ты же знаешь, я же могу. Так, 6. Так, вправо это металл. Я начал слышать 1 кГц. Сколько там? Я
Я не помню, только на перегрузе купить играю, наверное, на перегрузе, да? Ну да. Везде на перегрузе. А на проигрыше что там, там соль минор, потом фа, потом до мажор и... А, на соло? Да. А, то же самое? Мне кажется, а вторая часть... Это на месте. А вторая часть соло, я не помню, что там. Вот тональность это до. Вот смотри. По-моему, так. Главное вот. Тут Таню пытаются поймать, у них не получается. Со спины. Во-во-во-во. Стоп-кадры, стоп-кадры. Опа. Отлично, у нас на Инстаграм теперь хватит. Что? Выпрыг гаку. Как зуб. Ну, короче, во время соло там половина одна, половина другая. Вторую половину я не помню. Наверное, да. Скорее всего, до соль или ре соль. Подберем. Соло-то я сегодня играл. Даже подбирал. Ладно. Что-нибудь сыграем. Наверное, сразу нужно на октаву выше мне петь, потому что там ничего не расслышится. Да-да-да. Мне этот светодиод бесит. Надо его уменьшить яркость. Светодион. Да. Который, кстати, час? А, я не показываю. 21:15. У нас есть 45 минут. Ага. Нам хватит, да. Ну, еще покушать. Еще поедим. И поедим! Да, приходите на наше выступление, если оно будет, короче, вы поняли. Ну, просто соль пьет. Мимо этого города справедливость промчалась на поезде без остановок. Но как-то ночью мне приснилось, что будто подвига вовсе не долг, что не знающий жалости символ долга уже встал на рельсы новой победы. Пришлось совсем недолго, донес до уха рока ветер. Звук удара слышится от друга. Покарал героя очередного засранца. Сделал все сухого, но без труба. А Байконер 13 не оставит без шанса понять, осознать и исправиться. А чтобы текст весь услышать, прийти на наше выступление нужно. Эй, ведь это была демо-версия песни, которая будет полностью на альбоме, который вышел. Я не помню последний. Звук удара слышится от руга. Покарал героя очередного засранца. Сделал все сурово, но без труба. Трамвай номер 13 не оставит без шанса понять, осознать и исправиться.
Ну, сейчас. Целый. До. Ой. Слышишься друга, а покарал героя очередного засранца. Где он все сурово, но без труба. Трамвай номер 13 не оставит без шанса понять, осознать и исправиться. Соль не может. Прости, я вот всю песню держу. Иногда прерываюсь. Кстати, может, и будет фишкой. А пусть и будет, да. Вот так вот, видите, соль держит. Ну, типа, она нормально заполняет, как бы. Я причем решила, что на басу его даже прикольнее держать, потом добавила еще серединку. Можно, конечно, взять немножко больше. Таня, тебя поймали. Да. Я могу прям так держать, в принципе. Или добавлять там, типа, постепенно. Поймали. Хорошо, это лучше. Я пыталась услышать тебя. У нас хотят на камеру развести какой-нибудь. На камеру развести? Так я так уже сыграла есть... вон что-то там. Да у нас есть же камера. Гроскоп Ридус Лит у нас есть. Так, все, я выбираю. Видишь, не достаток педальки, надо на нее наклеить изоленту. Не, надо резистор уменьшить. Если это дело, то нет. Я правда не помню, что это за мелодия, но откуда-то она у меня в голове. Нет, она же есть. Это я помню. Нет. Вот это вот. А мы ее играли тогда на выступлении? Надо посмотреть список. Нет, мы ее не играли, мы даже не разучивали. А. Там же причем просто. Мы разве что советы пытались разучить. Пытались. Беларусь мы играли. Белла Раша. Да. Это не про Беларусь, это про Россию. Здесь у меня записан, между прочим. Мы его когда-то играли на ударке. Вот в чем. В смысле на ударке? Ну, у меня тут записана ударка. Видишь вот эти вот загорючки? Это ударка. Ну, в принципе, аккорды тоже записаны. И написано 75, видимо, это... Темп. Что такое ЕМ 5+. Типа 5+. Ну, квинта увеличит. Нет, смотри. Это пятая ступень. Вот сюда. Меняешь ее на ЕМ туда. Ну, в смысле, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Это пятая ступень. И ее прибавляешь. Да. А потом обратно. А мы все сыграли, что планировали, да? Весь список? Да. А можно, да, в самом деле, попробовать грузинчик, я подумаю потом уже. То есть куплет там простой. Вот то, что ты сыграл, это есть куплет весь. Представь себе, он был совсем зеленый. А Инга у меня там что-то играет вообще? У меня тут написано, что типа D, G, H.
я-то играю, да? Может, ты, может, я. А что ты играешь? На куплете нет партии второй. Я там на записи слайдеров нахреначил много, но это как... Тогда можно, может, я просто играть не буду. Давайте попробуем. Давай. Но она... Что? Куплете? Ой, например, на этом. Это я должен играть, да, тебе? Это я должен играть, а кто ритм будет играть? А. Там клавиши-то они держат этот. Все понял, хардискорд. Играть на чистом, да? Хардискорд. Хардискорд, блин. По-моему, вот так вот играть, да? Или на перегруженном. По-моему, на чистом, да, на чистом. Я почему-то на перегрузе такое. И ты примерно. Тебе нужны черные очки. У меня есть. Сейчас самое время. Я вот сейчас. И меня... пальто длинное. В смысле, у меня короткое, и зачем длинное? А, для этой песни и шляпа, да? Да. У нас, конечно, есть длинное пальто, но оно коричневое, и шляпы нет. Шляпы-то у меня есть две фетровые. Одна хорошая, одна... Одна дешевая и не держит форму. Попробуем. Да? Сейчас будем вспоминать. А припев на перегрузе, да? Будем. Припев я, по-моему, играю. Вот это вот. Прикиньте, кто-то все еще смотрит. Да. Да, серьезно? Ну-ка, сколько человек? Четыре, по-моему. Четыре человека смотрят. Народ, народ, у вас, есть причем всех троих... Есть какая-нибудь чужая песенка. Ну вот, чужая песенка сейчас будет. Сейчас чужая песенка будет. Так. Давай, ладно. Немножко. Little sleep, а работу клерком в компании, продающий целебные травы. И говоря на языке коллег, сидел на траве. И вообще он был вегетарианцем, никогда никого не обижал и дружил с пансионом благородных девиц. Да. Представьте себе, представьте себе, он за всем зеленым. Представьте себе, представьте себе, за всем зеленым. Такой замечательный... А, ты играешь, извини. А я не знаю. А, нет, куплет. Было обречено, вы знаете, да. И на его пути повстречалась миссис Фрог. Вдобавок, таковая женщина, сгубившая кучу мужчин. Представьте себе, представьте себе, он был совсем белый. Представьте себе, представьте себе совсем закончилось предсказуемо. Гроскопер захотел, пожелал. А, пожелал миссис Фрог, и она буквально сожрала его. Он закончил свои дни с пустым кошельком и пустым всем. Короче, мог ли он ожидать такого конца? Мог ли вообще кто-то ожидать такого конца? Представь. Представьте себе, представьте
на себе. У него просто не было опыта в таких делах, да. Представьте себе совсем зеленый на проигрыше тоже можно тянуть, на припеве, в смысле. А ты там вот так вот делаешь, да? Ток, ток, ток. Там другие аккорды. Там тоже можно тянуть, просто проиграть. Тоже можно так вот класть рукой всю. И как себе думаешь, что думаешь насчет вот этой партии? Я вот, если просто тянуть, я уверен, а это я не знаю просто. Да, вроде, но ничего. Если вот так, там, там. Там, ну просто там. Ритмично. Нормально, да? Четверть. Тогда хорошо, потому что да, ритмично тогда. Там. Отличный кайф. Тебе предлагают это из Темного дворецкого Гробовщика косплеить. Я не знаю. Я его не вижу. Очки, пальто и шляпу я касался с огромным лезвием на плече. Ну я где мы косу достали, попросить, чтобы кто-нибудь принес. Да он в деревне взять у мужика. И закосить кого-нибудь на сцене. Меня на сцену и так не всегда пускают. А иногда пускают, потом вызывают полицию, да. Или грозятся. Достать косу. Ну хоть не ножи. Так. А кто сказал, что коса? Коса у нас уже есть! Да! Покажи косу! Покажи косу! Покажи косу! Вот коса есть, все. Отлично, коса есть. Там же не указано, что за коса через плечо. Какая именно коса. Тани есть, значит, ей дадим очки и пальто, шляпу. Все, отлично. Время 31. Что, заканчиваем или продолжаем, или еще что-нибудь? А что еще мы сыграть можем? Да много чего, ну зачем? Ну так-то, да. Вот уже этого с лихвой хватает. Так-то у нас есть стихи, студент. Ну, Белла Раша. Белла Раша нет. Ну смотри, нет. Вот Белла Раша и вот этот вот Grasshopper Little Smith, они друг друга вот так прям хорошо заменяют, как бы. Либо одно, либо другое. В короткую программу нет смысла их вставлять, по-моему. То есть если мы играем в Grasshopper Little Smith, тогда это мы не будем играть действительно. А ты не готов ее играть, если что? Я вообще не старики не помню свое. Пусть записи слушают, запись есть. Запись есть, да. Да если хорошая. Один раз сыграли вживую, хватит. Там, кстати, это одна из песен, где там. Не, она прикольная, самая. Я играю мажор, а Степан минор или наоборот. Вот, да, вот одна из этих таких записей. Косу. Задокументировано. Задокументировано. Отлично. Вот. Так что да. Так что ее не надо. А вот хит. Ну хит можно сыграть. Но нужно. Не знаю. А сейчас мы просто меняемся инструментами. Ты не готова к этому, да, сейчас? Меняться инструментами? Ну почему, можно? А, там ты играешь на гитаре. А, там же Таня играет на гитаре, да. А синтезатор стоит. Да. Вот, так что так ты говоришь, погоди, ты же на синтезаторе играешь, нет? Нет, я понял. Когда ты играл что-то, я придумала. Я играл себе вокальную партию, чтобы в них подать. Вот что. Я понял. Мне казалось, что ты просто пытался когда-то играть ту партию, которую я придумал. Но я уже не помню, что я придумал. Да я там мог это играть. Я соло не помню. На хите. Казалось бы.
Тогда начни сегодня, да? Студента я еще вспомню. Быстрый или простой? Студента, я думаю, мы не будем играть, потому что там печенье раздавать сейчас, типа, все-таки не надо, это пандемию все. Да. Значит, зачем ее играть вообще, если не раздать печенье? Слушай, кстати, на чпоху у меня опять накопились эти фиговины. Отлично. Вот так вот в зал, просто вот прошу, так вот. Прошу, вот есть ли что-нибудь с семисеном? Нет у нас с семисеном. Есть семисен, но нет с ним еще. Монеты, наверное, тоже не будем, потому что флейты нет, и как-то без флейты. Не, найти надо. Если что, могу свою привезти. У тебя там система другая, я не умею на ней играть. Блин. А по виду похож. Вот это на семисене я еще сыграю. Здесь на... Это надо играть сольно, потому что у меня строй падает по чуть-чуть постоянно. Может, закончим это на сегодня? Или все-таки какие-то идеи есть? Конечно, у нас шикарно звучит теперь. Монеты. Но... Можно туда вот эту вот штуку использовать? Попросить Степана играть на большой палке. Дудеть. Нет, там не дудеть же, она же сыпется. А я могу свистеть вместо этой... Мы не сыграем вообще ни в какую. Да, собственно, что-то у нас все и кончилось. У нас есть, конечно, старенькие чьи-нибудь. Ой, там Таня их не знает. Да, и... не, давай. Давай не будем. Хотя, кстати, да. Меня спрашивают, почему я не играю. Потому что я их не знаю. А что, тут тоже 4 аккорда. На чем? На автобусе? Это не автобус, это взаимопонимание. 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 Кто помнит взаимопонимание? Оно же написано где-то. Там 4 аккорда. Но, по-моему, оно написано чисто так. Чтобы базово сыграть... Мне нравится очень демисезонный период женской одежды. Не, это для сольника какого-нибудь, я думаю. Или просто надо переделать как-нибудь уже. А еще нравится быстрая версия пост-рок. Ооо. Я уже вспоминать про строк. Медленно надо вспомнить. Ой, да. У меня написано так. Взаимопонимание хочет сыграть? Я нет. Она у меня все-таки не записана. Нет, я его вроде помню. Давайте, наверное, закончим уже, в самом деле. Да. Есть что-то... Для первого раза хватит? Да. Я то все. Что останется? Ну это на клавишке, я не знаю. После меня. Ой, ладно, ребята, и так сильно долго трансляция. Продолжусь. Какие-то три человека еще смотрят, куча. Это. Еще кто-то зашел. Как там она? Я заметил, что Степан как бы соприкоснут. А, семисен. Нет, семисен, к сожалению, легко съезжает, так что пока он никак у нас не используется. Я и так уже говорю, у меня всякого стафа на переодевание, на всякие штуки, в сумку. Я недавно один выступал в акустике, у меня сумка спортивная, ее не хватало. На то, чтобы переодеваться всяко там. Это только переодевание мои. Вот. Ну ладно, все, всем спасибо, всем пока. Приходите, если мы будем выступать, следите за новостями в группе, если что они будут. Пока. Что там пишут? Спасибо. Ну, пожалуйста. И вам спасибо. В эфире так тем.